Здравствуйте, уважаемые знатоки и любители орхидей! Сегодня, в последние дни уходящего 22-го года, я пытаюсь вскочить уже в уходящий поезд и показать, как все-таки цветут мои анцидиумы твинкли в декабре. Было видео у меня октябрьское, и тогда вот этот вот анцидиум твинкл янин, чанцзу янин, цвел на несколько цветоносов. Вот сейчас от этих нескольких цветоносов осталась вот такая вот прелесть. Со всех своих 6 цветоносов, которые открывались в разное время, вот этот вот куст, получается, цветет уже больше 4 месяцев. Я все сожалела, что они как-то не одновременно открылись, и вот нет у меня такого огромного розового облака, но продолжительное цветение тоже большая радость. Вы даже себе не представляете, как я сейчас купаюсь в ароматах, потому что этот цветок не один. В октябре в этом видео принимали участие другие ребята твинкли, и вот сейчас мы на них посмотрим, как они выглядят. Вот это вот был анцидиум, так, анцидиум твинкль чаньцзи цику маргарит янин, да, а это вот просто такой вот мой любимец, мой любимчик, анцидиум цику маргарит, просто вот цику маргарит, и он обещал 3 цветоноса, вот он их выдал. Вот оно мое облако. Вот можно даже сравнить, как они выглядят. Вот я все думала, как охарактеризовать этот цикл маргарит. Вот какой он розовый или какой-то недобелый. Все-таки он какой-то розоватый. Вот сейчас я все оттенки розового цвета выключила. Здесь сейчас вроде как в основном белый. Ну, одна лампа, комплексный свет. Но в основном белый цвет. И он все-таки такой вот розоватый. Пахнет с ног сшибательно. Стоит он у меня около окна. Вот здесь вот ближе к краю подоконника у меня температура 17,5. Там поменьше. Чувствует себя прекрасно. За ним виднеется вот такой вот анцидиумный малыш. Это анцидиум Fragrant Fantasy. Он новичок в моей коллекции. И ну, он приехал не так давно и уже такой немножко облезлый. Вот, но он будет беленьким. Чисто беленьких у меня до сих пор вот как-то не было. Есть один тоже новичок, который я показывала в прошлый раз. Но ему еще очень далеко до цветения. Вот. И еще одна нотка, цвет в этой компании, это вот этот замечательный желток. Вот он с одной стороны уже начал вроде как немножко отцветать, вот, но еще все еще красавчик. Цветочки у него получаются вот поменьше, чем у янина, и поменьше, чем у просто цику маргарит. Может быть, он еще просто не дорос, потому что я, честно говоря, вот сравниваю бульбу, да, и вот это вот мой анцидиум твинкл любимый с бульбочками, которые вот выросли, допустим, у меня. Смотрите, какие толстюсики. Вот, а вот это вот этот вот желток в Yellow Fantasy. Все бульбы у него еще его старые, они такие худосочные, худоватые. Может быть, и цветочки поэтому такие вот, не такие крупные. Но очень они симпатичные. Вот смотрите, как они выглядят. Вот такие вот они красавцы. И вы себе, тот, кто знает, как цветут твинкли, представляет себе, как выглядит сейчас это облако. Вот. Кроме твинкли, у меня сюда попадает сейчас кадр на этом подоконнике из цветущих, но уже отцветающий мой башмак один в афиопедилум тонзум. Неведомые науки вот попадают сюда, эти самые мельтонии. Это уже пахнет сногсшибательно, просто сногсшибательно. Еще я жду радости, такой вот анонсом, наверное, я покажу вот это вот, вот цветоносик, покажись. Это Дракула. Ну, Дракула Тубиана. Вот, совсем близко вот уже к цветению вот эти вот цветоносики, вот можно посмотреть. Это должна быть Маздевалия. И вот сегодня, собираюсь сделать видео и поливать, я обнаружила, что выдал цветонос. Вон там, смотрите, какие бутоны. Этого не было, правда, неделю назад. Это один из моих, господи, боже мой, цимбидиумов. Вот. Ну, еще обнаружила сегодня еще одного собирающегося цвести башмака.
Вот даже и ни одного, а парочку. Поэтому зима ожидает быть ярким. Зима – время цветения анцидиумов, твинкли. И вот в это время как раз их можно купить как раз цветущими или вырастить цветущими. Я всем вам желаю, чтобы Новый год прошел как можно лучше, как можно спокойнее и подарил нам на будущий год спокойствие, мир и красоту. Пусть все будет хорошо.